Двое туристов, пропавших в районе села Приисковое, обнаружены живыми и невредимыми. Информация поступила спасателям вечером в субботу. В тот же день на место выдвинулись специалисты Южно-Сибирского спасательного отряда. До их приезда обследование территории начала полиция и волонтеры из числа местных отдыхающих. Но шансов на успех в условиях ночи практически не было. Утром на поиски вылетел дежурный вертолет МЧС. Уже в районе обеда спасатели обнаружили пропавших снегоходчиков. Это двое жителей города Лесосибирска Красноярского края. Они довольно далеко заехали в тайгу на снегоходах, но потом один из туристов утопил свой транспорт в ручье. Уже смеркалось, был риск заблудиться, поэтому мужчины заночевали в тайге, а утром отправились обратно. Если бы отдыхающие оставили в гостинице данные о своем маршруте, то волонтеры нашли бы их сами, без помощи МЧС. Сегодня, 12 числа, спасатели Южно-Сибирского поискового спасательного отряда провели воздушный поиск туристов, которые пропали в природной среде в окрестностях села Приисковое. Люди найдены, в помощи не нуждаются, эвакуированы на базу отдыха. А эти кадры сняли туристы в Ергаках. Группа жителей Красноярска каталась на сноубордах, когда один из них попал под лавину. К счастью, мужчина не пострадал, что можно считать большим везением. В МЧС же напоминают, из-за теплой погоды в горах сейчас лавина опасна и необходимо проявлять большую осторожность.